сорт острого перца West Indian Yellow Habanero. Этот перчик родом из Западной Индии. Он относится к виду Capsicum chinensis. Это довольно острый сорт. Острота такого перца от 200 до 300 тысяч сковелей. Вкус обычного хабанера. Срок созревания у такого перца от 90 до 100 дней. Высота кустика 50-60 сантиметров. Такие кустики очень хорошо выращивать на подоконнике. Они не превышают выше 60 сантиметров. Вот у меня сейчас он где-то сантиметром, наверное, 40. Вот такой вот аккуратный кустик с очень большим количеством плодов. Плоды ребристые, созревает от зеленого до оранжевого цвета. Этот сорт хорошо растет в небольших цветочных горшках, где-то около 5 литров, 5-6 литров. И может давать вам очень большие урожаи. Таких вот красивых оранжевых стрелков. Эти перцы имеют вот такую вот бочковидную форму, ребристые. Большими ребрами. Желтый и уже созревает до темно-оранжевого цвета. Это такой вот кубовидной формы ребристый перчик. Очень ароматный. Вес такой одной перчинки 21 грамм. Сейчас мы ее разрежем, посмотрим, какая она внутри. Толщина стенок у этого перца от 2,5 до 3 мм. Очень ароматный перец, четырехкамерный, довольно приличное количество семян. Очень-очень хороший, очень приятный на вкус. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. Можно выращивать на подоконнике в горшках. Сорт надо высевать на рассаду в 20-х числах февраля. Это сорт очень плодовитый, очень высокоурожайный. Так что выращивайте такой сорт, и он вас отблагодарит хорошими урожаями.